Северский трубный завод – одно из старейших предприятий Урала. В этом году завод отмечает 284-й год со дня основания. Мощный импульс к развитию Северский трубный получил после того, как в 2002 году вошел в трубную металлургическую компанию. За короткий период на Северском трубном заводе была выполнена программа модернизации. В условиях действующего производства построены современные электросталеплавильные и трубопрокатные комплексы с наилучшими доступными технологиями. Алексей Петелин, заместитель начальника электросталеплавильного цеха по механооборудованию, был не просто свидетелем этой истории, он участник событий. Мне посчастливилось быть 20 лет назад, поучаствовать в первом из шагов реконструкции сталеплавильного производства, фактически, начал с этого. Поэтому, конечно, перемены очень существенные. Северский трубный преобразился, это современное, безопасное, высокопроизводительное производство на самых уровне лучших мировых стандартов. Поэтому это как бы сегодняшний, даже завтрашний день нашего города, компании и России. Алексей Петелин прошел длинный путь от слесаря-ремонтника до заместителя начальника цеха. Это стало возможно благодаря ТМК и СТЗ, которые поддерживают, ценят и дорожат высококлассными специалистами. И сегодня, в день рождения компании, Алексею Сергеевичу, управляющий директор завода Дмитрий Марков, вручает награду и звание «Заслуженный работник ТМК». Завершив реконструкцию электросталеплавильного производства, завод и компания приступили к модернизации в трубопрокатном цехе номер один. И главным событием 2014 года стал запуск нового трубопрокатного комплекса. Этот проект стал не только итогом масштабной реконструкции предприятия, но и финальным аккордом всей десятилетней инвестиционной программы ТМК. Стан ФКМ появился, в нарезных тоже реконструкция идет, всякая, значит, термоотдел третий. Построили много чего, вследствие чего выросла производительность труда. В связи с днем рождения компании Александр Рудаков награждается знаком отличия второй степени ТМК. Человек он очень скромный. Узнав о награде, ощутил гордость. И таких патриотов любимого предприятия на заводе большинство. Для полевчан Северский трубный – это не просто место работы. Это оплот стабильности и развития. Вместе с металлургическим комплексом развиваются и его работники. Владимир Нефедов за 13 лет на Северском трубном прошел путь от штабелировщика до оператора поста управления участка горячего проката – прокатного цеха. Его багаж знаний пополняется параллельно с реконструкцией производства. Очень большой прорыв в плане освоения технологий, работы с персоналом. То есть сейчас на заводе большое количество различных курсов, много взаимодействует непосредственно с персоналом, как лично, так и через ресурсы ТМК. За профессиональные заслуги и успехи в работе Владимира Нефедова награждают почетной грамотой трубной металлургической компании. Северский трубный и ТМК – это прежде всего социально ориентированный бизнес. Большая часть городских проектов реализованы при поддержке градообразующего предприятия. Очень большая помощь городу же и заводу всего. Это совместно сейчас же все это. Очень большие перспективы все эти. Считай, город преображается, очень много же помогает городу. Завод ТМК. Алексей Сушко – еще один из 20 награждаемых на сегодняшнем торжественном совещании. Кроме него, почетные грамоты вручены контролерам, операторам, калибровщикам, бригадирам, всем тем, кто ежедневно работает на результат одной большой компании. Среди них Анжела Лысенко, главный специалист отдела маркетинга труб для ТЭК. Для меня всегда это было такое предприятие, которое может дать возможность для дальнейшего роста. И непосредственно, конечно же, работая в городе Полевском, мне кажется, каждый из нас желает попасть, работать на Северский трубный завод и трубную металлургическую компанию. Возможности совпали, и мне очень нравится здесь работать. Есть возможность и карьерного роста, и поддержка достаточно хорошая нашего предприятия, в том числе и для наших деток. На сегодня в ТМК на всех предприятиях трудятся больше 60 тысяч человек. Часть большого всегда, наверное, ценнее, чем одно маленькое. И, безусловно, Северский трубный завод с 2002 года в составе трубной металлургической компании – это единственная возможность была заводу полностью преобразиться так, как он преобразился за последние там, 15 лет.
Вместе с ТМК СТЗ работает, развивается, преодолевает трудности. Войдя в состав трубно-металлургической, завод продолжает развитие в большой компании и с оптимизмом смотрит в будущее. ТМК и Северский трубный завод – это синергия устойчивого развития и движения вперед. Ксения Болденкова, Алексей Корепанов, новости 11 канала.